Выиграл у Тудроц серию пенальти. Для тебя это особенные чувства или очередная победа? Честно, пока не понимаю. То есть в любом случае приятно, очень приятно, потому что хочется сыграть на стадионе ВТБ, потому что мы пролетели в Нижнем Новгороде, мы пролетели на МФЛ финал ВТБ, и ну, лично я там очень хотел сыграть. Убивал ли ты сам себя, то что ошибся в первом тайме? Честно, нет. Я не могу сказать, что произошло, потому что я ментально никак не переживал, знаешь, не было никакого волнения. Просто, я не знаю, как будто мне оторвали ноги, пришили чьи-то, это были не мои ноги, я не понимаю. Мне кажется, очень большую роль играют болельщики Дроцов, потому что они реально большие красавцы. Я повторюсь, это лучший ультрас в лиге 100%, потому что как они гонят своих парней вперед. Блин, хочется. Слушай, у тебя нет небольшой зависти? Да. Слушай, нет небольшой зависти, что Тудроц Ультрас кричат сейчас Сычева, а могли тебе кричать? Честно, да нет. Как бы пусть кричат, что хотят, как бы. Мне больше понравилось, что пацаны, что на прошлую игру делали топовый плакат, что сейчас делают плакат, где присутствую я. И это реально топово и интересно. Ты рад, что в финале будешь играть с Броуками, а не с Амкалом? Честно, что и Броков, что и Амкал хотелось. Просто с Амкалом мы как бы не виделись вообще, можно сказать. Мы ни разу не играли против них. И хотелось бы все-таки, наверное, с Амкалом. Но и с Броуками будет топовый заруба. Как нашу группу просто недооценивали, а тут финал Броуки реалити. Пацаны, где там? Не слышно вас.